Ученик Иванова-Вано и Курчевского, ныне руководитель анимационного факультета в ГИК, известный режиссер и художник «Союз мультфильма» Станислав Соколов, в теории и на практике знает все профессиональные тайны и производственные проблемы кукольного кино. Но его успешная карьера в анимации начиналась по традиции с учебы на студийных курсах художников-мультипликаторов и работы в рисованных фильмах. А первое же знакомство с кукольным павильоном студии навсегда определило творческую судьбу художника и сделало его одним из выдающихся мастеров современной объемной анимации. После того, как я не поступил в Суриковский институт, я попал на Каляевскую. Это был конец 65-го года. На курсы мультипликаторов. А поскольку курсы были без отрыва от производства, то есть вечерние, для сотрудников студии, то меня взяли и на работу в цех фазовки. И как-то мне после общения с художниками-станковистами, от которых исходила такая слабая энергия, здесь показалось, что жизнь бурлит. От каждого человека исходит колоссальная энергия. Преподавали у нас, значит, рисунок вел Анатолий Петров, мультипликат вели Чикин, Крумин, Дёшкин вел карикатуру. То есть я попал сразу в такое созвездие аниматоров. И буквально через пару месяцев Анатолий Петров посоветовал меня Андрею Хоржиновскому взять в качестве ассистента на его дебютную картину «Жил-был Козявин». И здесь вообще было такое созвездие талантов. Середина 60-х годов, не знаю, может быть, в каких-то других областях она была, не знаю, зажата или там кем-то притеснялась, но здесь каждый старался самовыразиться. Жизнь вокруг была очень интересной, и любое как бы явление в искусстве, оно сразу находило отклик в анимации, и наоборот, сама анимация влияла на другие виды искусства. После окончания художественного факультета в ГИКа я несколько лет работал в рисованной анимации. И в качестве художника-постановщика там, с Ксенчуком, с Ковалевской, с Геной Сокольским, с Толей Петром. И когда вот я был на обязательной своей практике, сначала на Каляевской, значит, работал у Василия Ливанова на «Синей птице», потом, значит, еще работал на картине Вадима Курчевского «Мастер из Кламси». То есть здесь как бы я попал уже в другую атмосферу вот этой кукольной студии, где увидел, ну, как бы новое созвездие мастеров, потому что это тоже был период такого подъема и острого поиска новых каких-то самых выразительных, самых авангардных средств, и тоже с привлечением большого количества совершенно гениальных художников. Затем с Николаем Серебряковым, который в этот момент делал «Золоченые лбы», я работал и на «Золоченых лбах» в качестве ассистента художника. И мне показалось, что вот эта вот как бы атмосфера куклы, декорации, света, все это дает больше возможностей. И в тот момент как раз было предложение от Вадима Курчевского поработать с ним на Арбате, на кукольной студии. И вот там мы сделали с ним один фильм. Я был художником, он режиссером, а после этого тот же самый Вадим Курчевский написал, значит, для меня сценарий фильма «Догада». Это был уже такой явно кукольный фильм с использованием фольклорных мотивов, дерева, соломы, игрушек. И вот на Арбате, на кукольной студии, я и начал свою работу как режиссер. И с тех пор, в общем, там и работал. До тех пор, пока существовала эта студия. А ты чего можешь, Дороня? Я-то! Я жениться могу! Вон я какой! Но что касается там любви больше или меньше к кукольной или рисованной, анимация, это зависит, конечно, от качества, то есть от уровня. Потому что есть хорошие рисованные фильмы, есть плохие, есть средние. То же самое касается и трехмерной анимации. В любом случае, конечно, здесь все зависит от точности решения, от уровня и от художественности, а не от технологии. То есть технология как бы вторична, а первична – это тема, это решение, это как бы душа, которая вложена в произведение искусства.
когда спрашивают там про фильмы «Ежик в тумане» или «Чебурашка» или «Варежка», то как-то никто это с кукольными фильмами не ассоциируется, потому что как бы хороший фильм – это и есть хороший фильм. Трогательность этих фильмов, там, «Варежки» прежде всего, она просто безукоризненна. И, то есть я с тех пор не видел таких трогательных фильмов, как вот сделанные Романом Качановым. И все эти люди работали вот в соседних павильонах и как бы как друзья друг к другу относились, и со всякими шутками там. Качанов тоже уже в таком пожилом возрасте там спрашивает, какой ты фильм-то по счету сдал? Я говорю, третий. Он говорит, ну, значит, ты еще считаешь, что все они хорошие. Я-то после 10-го фильма понял, что там только 2 хороших фильма. То есть мы так можем, наверное, вспоминая те годы, говорить, что вот нам бы было стыдно опуститься ниже вот того уровня требований, которые были в те годы. И что вот те люди, которые там сейчас ушли, им бы было, может быть, за нас там стыдно, если бы мы этот уровень сейчас начали вдруг снижать или там пускаться в какие-то, ну, не знаю, там, псевдокоммерческие предприятия, которые к искусству не имеют отношения. Чем был хорош «Союзмультфильм» тех лет, вот когда мне довелось там работать, что там не было такого отношения к работе как к заказу. То есть режиссер давал свою заявку творческую и, скажем, приглашали сценариста, он работал со сценаристом по этой заявке, он как бы выступал как создатель идеи. Когда вот мы делали черно-белое кино, мы как бы каждый делал о себе, приносили старые фотографии и как бы воспроизводили то, что вот эмоциональное состояние свое собственное. И вот это рождало совершенно неповторимое ощущение новизны и открытия. То есть это невозможно никому повторить, потому что как бы вот мое – это мое. И я это делаю только так, как я это делаю. С такой литературой работать очень интересно, тем более, что мы работали со Славкиным, замечательным современным драматургом. И это был постоянный такой очень полезный диалог. Диалог и друг с другом, и со временем, и с окружающей атмосферой. То есть это было настоящее отражение своего времени. Конечно, это был опыт очень такой завораживающий и такой магнетический, что ли, которого, конечно, который трудно сейчас воспроизвести. Все картины, которые мы когда-либо делали, никогда не были просто, ну, не знаю, для взрослых или для какого-то конкретного возраста. Мне хотелось, чтобы все картины были понятны и детям, и взрослым, и несли в себе и занимательный заряд, и философский. Мне кажется, что анимация – это очень универсальное искусство, и оно, конечно, понятно и взрослым, и детям. Делаем ли мы картину там, полнометражную или полутораминутную, все равно в центре находится герой, его характер. Все равно он должен находиться в каком-то своем мире, художественном желательном мире. Поэтому хоть фильм совсем коротенький, но все равно в труда и души в него вложено очень много. Аниматор должен исключительную работу сделать, то есть он должен вот в эту куклу вдохнуть жизнь. Она должна из, ну, в общем, неподвижного мертвого предмета стать живой. Это должно произойти какое-то вот такое художественное чудо. Поэтому тут я всегда был очень сосредоточен на вот этом последнем этапе, когда действительно вот ставится свет, ставится кукла, и аниматор начинает играть. И здесь масса своих, конечно, тонкостей. Тут нужно разработать и мизансцену, нужно и как бы физический смысл отыграть, и смысл параллельный, и подтекст, и характеры, и линия поведения. Все это должно быть, и все это исключительно ответственно. То есть тут нет каких-то второстепенных вещей. То есть все очень важно.
чем хороша, скажем, наша вот российская школа анимации, что вот эта профессия аниматора, она была всегда очень качественной. И вся вот эта там и система Станиславского, и Чеховская школа, и поиски авангардистов, они все впитались вот в эту классическую школу российской анимации. И сейчас мы, в общем, завоевав в мире такой авторитет, вот, в том числе и с помощью этой школы, еще пользуемся им. Хотя от этой школы, к сожалению, остались какие-то вот осколки. И сейчас их надо попытаться не растерять до конца, а по возможности собрать и восстановить. В начале 90-х годов, когда на «Союзмультфильме» началась эпоха упадка, Станислав Соколов, как и многие коллеги по студии, включился в сомнительный по тем временам российско-британский телепроект экранизации шекспировских пьес и мировой классики. Сотрудничество с британскими продюсерами затянулось на много лет и оказалось настолько успешным, что именно Соколову придирчивые иностранные заказчики доверили грандиозный полнометражный фильм о жизни Христа, который даже в период торжества новых компьютерных технологий удивил мир рукотворным мастерством российской школы кукольного кино. Вот это был очень полезный опыт и с точки зрения, скажем, освоения новой литературы, классической литературы. Ну, кстати сказать, если бы был свободный выбор, то многие режиссеры сочли бы за счастье реализовать, скажем, произведения Шекспира или библейские сюжеты. Это то, что было раньше отчасти под запретом. И мы не относились никогда к этой работе как к заказной. То есть это была наша работа, мы ее бы сделали с удовольствием в любой компании, в любой копродукции. И то, что, скажем, британцы предложили это было, с одной стороны, даже и приятно, что как бы носители языка заказывают или там работают вместе с российскими аниматорами, для которых тоже Шекспир вполне свой собственный автор. И это сотрудничество было очень таким плодотворным, и с удовольствием работали. Мастерство аниматоров, оно выросло благодаря, скажем, очень внимательному отношению к характерам, к движению, к большой литературе, где много действует человеческих персонажей. Очень сильно продвинулась, скажем, сама технология производства, даже вот технология производства кукол, декораций и производства, скажем, вот отдельных элементов. В этой картине Лена Ливанова изобрела совершенно новый способ артикуляции, когда у куклы на каждую букву есть своя фаза или сменной челюсти, или какого-то фрагмента лица. Вот этот новый материал, который называется Fast Flex, позволяет сделать очень качественную скульптуру и воспроизвести ее во всех подробностях и сделать мельчайшие движения у каждой детали. С другой стороны, конечно, есть некоторая обида и несколько даже стыдно то, что мы, в общем, великая анимационная империя, попали в зависимость к небольшой стране, которая носит название Южный Уэльс и не обладает никакими, скажем, там, высокими традициями и высокой школой. Если бы не было вот этих, скажем, там, ну, скажем, 20 фильмов, которые были сделаны вот в совместном производстве, то тогда бы, наверное, и школа могла полностью разрушиться, или она бы существовала, ну, на каких-то жалких совершенно условиях. В принципе, это дало время как-то просуществовать, продержаться, пока, ну, немножко не стабилизировалась ситуация, хотя нельзя ее как бы считать эквивалентной той, что была в 70-е и 80-е годы. Потому что если вот там в 60-е и 70-е годы появлялись фильмы, которых не было никогда. Здесь фильмы как бы шли следом за открытиями, которые были сделаны раньше. Такие открытия, как там «Клубок» Серебрякова или там Курчевского фильма. Такая вот изысканная стилистика кукольных фильмов. Поэтому при всей там респектабельности английских фильмов, в них есть и некоторые недостатки, может быть, в пробах неизведанного. Конечно, сейчас анимация стала очень
качественной, убедительной. Но хорошо, когда художник имеет возможность экспериментировать и как бы делать такой прыжок в неизвестное. Анимация ведь есть реалистическая, есть беспредметная, есть экспериментальная. Ну, поэтому как бы хорошо, когда вот все направления развиваются, и у всех есть возможность. В личной группе Станислава Соколова за многие годы сложился замечательный творческий коллектив, собравший представителей всех анимационных профессий. Каждый новый фильм Соколова – это плод дружной работы талантливых художников, декораторов, кукольных мастеров, операторов и аниматоров. А для начинающих режиссеров и студентов ГИКа общение с педагогом на съемочной площадке становится едва ли не единственной современной возможностью прикоснуться к высоким профессиональным традициям и тайнам кукольного кинематографа. Недостаточно сделать, не знаю, хороший сценарий и задумать замечательную идею. Ее нужно решить в образах. Внутри каждого объекта существует свой художественный мир, своя атмосфера, своя среда. И вот воссоздать ее – это задача и художника, и оператора, и аниматора. И все это вместе соединить и заставить ожить. Конечно, задача чрезвычайно сложная. После того, как художник прочел сценарий, я начинаю придумывать наш персонаж. И делаю такой эскиз. Если он нравится режиссеру и нашей съемочной группе, и вообще как бы он всех устраивает, то мы продолжаем работу. После эскиза делаются чертежи, в которых определяются точные пропорции. И делаются еще сменные головки, чертеж сменных головок, которые нужны для выражения разных эмоций. И как только я сделала этот чертеж, художник-конструктор делает нам тут такой скелетик, который внутри каждой куклы находится, для того, чтобы она могла работать покадрово. Он достаточно прочный и позволяет делать самые мелкие движения. Потом с чертежом мы начинаем работать с нашим замечательным скульптором Геной Пугачевым. Ну, голова куклы лепится из пластилина в масштабе, который, в общем, задан художником на чертеже. Ну, пластилин такой самый удобный материал для того, чтобы лепить, потому что можно до бесконечности переделывать, искать образ. Ну, после того, как голова слеплена, снимается гипсовая форма с этого личика. Это отдельная форма лица, затылка. Затем они отливаются из пластмассы, делаются отверстия для глаз, для ротика. Ну и потом это собирается и крепится все на конструкцию. И головка там отдается в роспись. Когда уже я получаю конструкцию с головкой, расписанное личико, нужно сделать ей объем, тельце, покроить весь костюмчик. Поскольку здесь не одна головка, а три, сложность в том, чтобы они были все одинаковые, чтобы все причесочки получились одинаковые, чтобы не было заметно, когда будет смена выражений лиц, чтобы девочка была та же, только с другим выражением лица. Прическа набирается из шелка, прядки также располагаются, как вот волосы у человека растут. Заплетаются косички вот из таких прядок. Ну, а костюмчик, тут сложности такие еще, что это же все снимается покадрово, поэтому это не просто как на человека. Вот скроили, сшили, здесь все-все продублировано на тоненькую проволочку, называется кантин, поэтому вот можно играть, закрепить вот какое-то движение. Пока работаешь с куклой, она становится уже очень близка, становится родной, с ней разговариваешь, уже живешь как бы ее жизнью, как будто это тоже твой ребенок.
для кукольного мультипликатора каждая сцена в любом фильме является достаточно сложной, поскольку мультипликатор сталкивается не только с техническими проблемами, но еще и с вопросами актерскими. Как в данном случае, например, нужно изобразить девочку, характер ее походки, движений. Детский персонаж делать чрезвычайно сложно играть актерски. Нужно вспоминать себя в детстве, вспоминать или смотреть на окружающих себя детей, очень внимательно наблюдать за собственными детьми, за их манерами и все это переносить на характер действующих персонажей. Только тогда получается какой-то живой, очень органичный персонаж со своим характером, вызывающий у зрителя сочувствие. Вы знаете, это очень интересно, потому что ведь ты воплощаешься каждый раз в нового персонажа. Ты проигрываешь новые роли. Ты каждый раз ставишь себе неожиданные задачи. Вот мне пришлось на этом фильме снять одну сценку, где девочка роняет тапочек. И я думаю, ой, не получится. Вроде такая техническая сцена, с одной стороны. И смотрю на экране, а нога похожа, как будто бы живая. И сама удивляюсь. Для того, чтобы куколка не шевелилась, ее надо очень хорошо закрепить. Я долго тянула за счет носочка, цепляла за носочек, а потом, когда она уже так продвинулась, я ее снизу стала подпирать. Есть у нас, конечно, проблемы. Вот ведь если мы начинаем снимать, мы должны сцену довести. Вот рисованные аниматоры, они рисуют, они проверяют, они могут переделать какой-то рисунок, заново подрисовать, исправить что-то в нем. Мы этой возможности не имеем. Вот начали снимать, и вот как нам дано, вот получилась сцена или не получилась. Если у девочки там подогнулась ножка больше, чем нужно, все, она уже у нас стала хроменькая. Значит, сцена уже не годится, надо переснимать ее заново. Ну, нам повезло. Все время в наших картинах работают замечательные аниматоры, одни из лучших и в России, наверное, во всем мире. Замечательные мастера. И то, как они проникают внутрь человеческого характера, как они погружаются вот в стихию действия, это всегда меня как-то умиляло и потрясало. Профессию вот кукольного аниматора, конечно, приобретают люди не только годами, а просто десятилетиями, отрабатывают, отшлифовывают свое мастерство. Потому что работа эта очень тонкая, и здесь соединяется работа и художника, и актера. Аниматоров всегда обучали киностудии, но сейчас как бы нет большой киностудии, которая, как раньше, там собирала лучших, не знаю, профессионалов со всего Советского Союза. Вот этой профессии у нас просто катастрофически не хватает, и она у нас уходит. Вот это наша, конечно, трагедия на сегодняшний день. Поэтому, конечно, в принципе, если бы большая студия, такая на современном уровне, могла бы существовать сейчас, то я думаю, что это была бы всеобщая польза от этого. Те молодые ребята, которые сейчас заканчивают институт, они бы попали в какую-то очень живую среду. Вот как мне повезло, я попал в такую живую среду. Я уже понял, что нет, я уже в другие виды искусства не иду. Мне только вот здесь нравится. Пусть даже в любом качестве меня эта атмосфера устраивает, потому что она как бы плодотворна, она рождает открытие. Союзмультфильм – это какой-то вот такой архипелаг, который распался на много маленьких земель, но все равно как бы все аборигены, они все друг друга знают, чувствуют и как бы продолжают быть самими собой. Поэтому, конечно, студия дала, ну, я думаю, что каждому из нас то, что невозможно забыть, и чем мы пользуемся постоянно. И вот это даже воспоминание о той атмосфере, которая была, оно дает очень такую высокую планку. Потому что уж если ты взялся делать анимацию, то, значит, ты ничем другим и не можешь заниматься, и не хочешь, потому что это как раз возможности вот этого, они неповторимы.